В Чувашии уничтожили очередную партию наркотиков. Управление госнаркоконтроля, Почувашия, Министерство здравоохранения и природных ресурсов создали специальную комиссию. Ее члены присутствовали при сжигании психотропных и сильнодействующих веществ, признанных вещественными доказательствами по уголовным делам. Сопровождение спецназа, полиции, наркотические средства вывезли к месту ликвидации. В пакетах и конвертах не только сами наркотические средства, но и предметы, с помощью которых их изготавливали и употребляли. Сжигают вещдоки на предприятии «Экология». Она специализируется на уничтожении опасных отходов 1-4 классов специальной термической установки. Выделяющийся газ проходит очистку в циклоне и скруббере. Поэтому сжигание наркотиков в таких печах является технологически эффективным и экологически чистым способом уничтожения вещдоков. Общий вес уничтоженных наркотиков 20 килограммов 648 граммов. Таким образом, исполнены 73 приговора, вступивших в законную силу. Осуждены 97 человек, которые были связаны с незаконным оборотом указанных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. С начала года это уже третье сжигание наркотиков. Татьяна Молокова, Республика. 22 ноября с 15 до 17 часов прием граждан по личным вопросам будет вести руководитель управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Чувашии. Граждан ждут по адресу улица Ленинградская, 36, в здании МФЦ.